Ладно, доброе утро. Сегодня 10 июля 2021 года. И кому-то 35 лет исполняется. Кому, не знаешь? Да, у меня день рождения, мы едем. Мы в Кишиневе, едем на Днестр. Там будем отмечать сегодня. И завтра. И завтра купаться. Вот, мы только выехали. Детки. Вот так выглядит Кишинев утренний. Тут магазинчики, все спят. А отдыхают. Время 6 часов утра. Да, время 6 часов утра. Мы едем. Вчера подготовились немножечко, взяли там водичку. И едем. Впереди едет сестра. Сестра. Аурика. Сестра Аурика. И дядя Ваня. Костик, дядя Ваня еще. Вот так выглядит Кишинев. Утренний. Будет меняться Кишинев. Казая, скажи, бунади меняться. Бунади меняться. Друзья остановились на дороге брать плацинты, ну так называются, пирожки по-молдавски, ну такие они своеобразные. И вот мы остановились. Сейчас возьмем детям что-нибудь поесть и поедем дальше. Хочу вам показать, какая здесь красота. Смотрите, цветочки. Вот эта речка, это Днестр, самая большая река в Молдавии, в России, хотела сказать. Так, вот так. И мы приехали, у нас великий повод. Кому-то исполнилось сегодня 35 лет, и поэтому мы здесь. Кто бы знал, что в мой юбилей я буду отмечать день рождения на родине. Никогда не отрекайтесь от родного дома. Вот так хочу я сказать. Ну вот, тут детки играют, где они там. А мы сидим вот так вот. Хочу вам показать природу молдавскую. Видите? Машины, мы там палаточку поставили. Сейчас я вам покажу. Я занимаю весь кадр. Вот так я вам покажу. Тут детки играют. Песочек. Речка немножко мутная, сдалека выглядит. Но вблизи я вам покажу, нормальная речка. Просто она разливалась, теперь опять обмелела, и поэтому вот так вот. А здесь наше место вот так выглядит. Здесь дрова, мангал. Вот так вот. Машина, стол,
лавочки. Посмотрите, какая природа. Очень красиво. Привет! Ну-ка, рассказывайте, что вы здесь собрались все. День рождения отмечаем. 35 лет моей сестры. Да-да, будь счастлива, долго. Спасибо. Будь здорова. Много-много лет вперед. Монтажки песни. Вон Настя вина за грибами. О, смотри, сколько грибы там набрал. В лесу. Брызгаец. Смотри, сколько грибы здесь. Налетайте, люди. Налетайте, еще пока не поздно. Да, да. А то набираем все. Мама, да что? Видно, что с тобой похоже. Сами все папины. Гата хочет сказать Ожи. Ну ты крест, ты мой доп, лядут. Что ты мой доп?